Привет, я Фрости Темплар, и сегодня у нас бункер, точнее симулятор бункер Второй мировой войны, где мы за американского патриота будем защищать наш дом, нашу страну и, главное, наш бункер от кровожадных и тоже патриотичных фашистов. Ладно, давайте посмотрим, должен быть забавный симулятор, надеюсь, по крайней мере, на это. Давайте начнем новую игру. Что вообще делают в бункере? Пьют, едят, играют в карты, сидят за пулеметом. Наверное, все. А может быть, копают какие-то продолжения еще бункеров. Вроде бы все. Чем еще можно в бункере заняться? А, отдают приказы, наверное, выполняют приказы. Ну, много... Опа. Иди за солдатом. Иду. Побучалка, что ли? Да понял, понял. Это присесть, все окей. Куда, 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 куда? Нажмите shift. Да я вот только что прибежался. Посмотри на тело товарища, нажми E, чтобы обыскать его. Его только что убили, это мародерство. Убери пистолет СЛО-2 в нижнем подручном инвентаре. Блях, мне даже пистолет не дали. Мы точно за американца играем, а не за русского. Нажми 2 или пролистай вверх, чтобы взять в руку пистолет из подручного инвентаря. Нажмите escape, ага, закрыл. И чё? Как так мы пистолетик-то держим? Я тебе дам, Ахтунг! Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Верните пистолет. Блять, пистолет верните. Когда держишь саперлопатку или мину за окопами, на земле появляется зеленый указатель мест, в которых можно закопать мины. Пистолет вернее. Пистолет... Твою мать. Ну давайте хоть у него возьмем. Да-да-да-да-да. Мы поняли. Это, ну что ты тут развалился-то? А как? Как взять пистолет-то? Я сейчас опять при... Наглый морд! Открывай! Сука, пистолет мой, зараза! Верните мне мой пистолет! Ладно, у нас есть лопата. Попробуйте убить своего противника бесшумно. Это кого? Рота, подъем, блядь! Нож для масла. По-моему, не было подсказки, как типа убить его бесшумно. Или я ее опять не прочитал. Ну ладно, давай сейчас разберемся. Все в полевых условиях, бляха. Мы в бункере, как-никак. Где-нибудь есть оружие, нет? Инструменты и запчасти, они нам не нужны. Топор. Мы его просто топором переебем, да и все дела. Нет, не берется. Ни топор не берется, ничего не берется. Как бесшумно-то убить? Проснись, алкаш. А в жопу его, может быть, можно дальше пройти? Или его обязательно убивать, типа, нет? А, он спит. Он все, он в хламину. Он нажрался и спит. Он даже выстрел в бункере не услышал. Ну, но... такое говорим. Ладно. Новая игра. Я пистолет просто потерял. И за это не могу. Нужен пистолет. Так. Да, подтверждаю. Бегу за солдатом. Он какой-то раненый, но не страшен. Это мы тоже умеем. Ты так не спеши, тебе голову прострелить, я это уже видел. Я должен идти за Джоном. А, и у него даже имя есть, я думал, это просто солдат. Понятно. Ага. Сразу сюда. Сразу не выкидывать ничего. Какая странная анимация у немцев.
Так, у меня один патрон остался. Попробуй бить своего противника бесшумно. Можешь использовать нож. Можешь использовать нож, но я брал нож. Вот нож. Как убить его бесшумно? О! Ты умер? Дружище. Умер. Нажмите C, чтобы положить предмет из рюки в рюкзак. Или нажмите Q, чтобы бросить предмет на землю. Потом не подобрать, да сейчас, ага. Прям бегу и падаю. Так, сюда нельзя? У меня одна пуля осталась. Опа, винтовка. В, чтобы быстро положить оружие и боеприпасы в рюкзак. О, и берется. Типа игра залагала, что ли, в самом начале, не могу понять. Теперь перезарядить, подтверждаю. Это мы все умеем, и в шутанчики-то играем, и на Твиче, и на Ютубчике, во все играем. Вечеринка закончена! Моя очередь. А чё? А чё такое-то? А дальше? Не иди дальше. Ну ладно. Не идет, так не идет. Не знаю, почему не идет. Наверное, так и должно быть. Эй, Дольджин Залдатан, вы где? Hello? Сука, какая я там уселся с дробовиком. А, это не дробовик. Что тут у вас? Тушенки, картофелин. Все у вас наворую. Все наворую. И сосиски ваши заберу. Говорят, у немцев вкусные сосиски. Не в том смысле, о чем ты подумал. И шоколадки у вас возьму. Слушай, неплохая у них провизия ты здесь, да? По-моему, какой-то военный рюкзак. А, таких, по-моему, еще не существовало во Второй мировой войне. Хотя, может быть, не кажется. Лук. И пойду я себе сейчас картошку с луком пожарю. И, красота будет. Пальчики оближешь. А я думал, мы тут... будем защищать свой бункер. То есть, или мы этот бункер сейчас типа захватим, и он будет нашим. Просто по описанию я понял именно так, что мы должны защищать свой бункер. Но это не наш бункер, это немецкий бункер. Тут Дольджин Залдатен где-то прячется. Бейгас хавар вердгдал. Чё-то там надо было рычаг, наверное, повернуть какой-то. Стиральное ведро. Фу. Хоть бы дверь закрывали за собой. Блять. Ты чё там в КС-очку переиграл, что ли? Поздравляю, ты схватил блиндаж. Ты захватил блиндаж. Обыщи тела четырех противников. В кэсочку переиграл, гранат кинул, в себя скачал и взорвался. Оружие неисправно, я должен починить его. Ну, замечательно это все. Так, а нахрена я их... почему я их не мог сразу обыскать? Чтобы вот так вот не бегать, искать, обыскивать, что ли? Неправильно, надо сначала убивать, потом обыскивать, а потом больше ничего делать не надо. Так, патроны. Все у него не так уж у него много всего-то и было. О, к этому можно пройти, замечательно. Пароль. Тут ничего нет. Тут пусто. Не, ну пусть работает, пусть играет. Ну все, получается, что бункер наш, теперь нам надо его защитить. Я же... Правильно понимаю, да? Сюда, вот сюда. Это хорошо, что это наши кармашки. Давайте пиздаблет возьмем. А, нет, там одна пуля, не возьмем, нафиг надо. Ну давай, бери. Нажмите M, чтобы открыть и закрыть панель миссии. Замечательно. Используй радиостанцию, чтобы получить задание на этот день.
Мне еще задание будут давать, что ли? Используйте наушники на радиостанции, чтобы получить сообщения и принять ежедневные миссии. Алло, алло. Получи сообщение, расшифруй пароль. А, ну это легко. Это легко, это азбука Морзе, это типа Т, наверное. Это, наверное, Е, это опять Т. Тети. Блять. Я думал, надо пробел поставить. Там было что-то тете, надо дать дядю. Е. Е. Т. Т-Т. Нет, стоп, не Е-Т-Т. То есть ли Ай? Не, ну что-то не так. Две точки, это Ай. А есть три точки сразу. Сразу трех точек нет. Не понимаю, может, М? Считай две точки. Им. Там время идет, бляха, муха. Ну тут нет трех точек, что делать-то? Ладно, давайте дальше. И О, две жирные точки. Йод. Никого не ебет. С. Не понимаю я. Давай заново. Не, ну это не С. Это получается жирная точка. Маленькая точка, жирная точка. Так, Х. Потом... Один. Похоже на один, хотя там... Да, все правильно, один. Потом... Ты что ж потом-то, суп, блядь, с котом? А, Киа. Киа, этот, спорт. И один. Правильный пароль. Мозг, блядь. Поздравляем с захватом немецкого блиндажа. Это будет наш стратегический пункт. Удерживайте блиндаж столько, сколько возможно. Ты получишь поддержку, как только мы свяжемся с основными силами американцев. Принял миссию. Ты ранен, вылечи себя. Так, ну пойдем, вылечим себя. Это нам тут в одиночку сидеть в бункере. Давайте вырубим музыку, больно громко орет. Не знаю, как YouTube ее воспримет, но орет больно громко. Это нам тут в одиночку, ага. Защищать бункер. Охо-хо, нихо-хо. Нихуя ж себе. Повязка в небольшой степени регенерирует жизнь. Внимание, только повязка полностью останавливает кровотечение, используя ее с умом. Удержите, чтобы перебинтовать раны. Тук-тук. Все, мы фуловые. Нажмите F10, чтобы достать убрать часы. Замечательно. Хорошо, что я не там, часы видно. А можно как-то полку красиво отредактировать, чтобы положить сюда вот это все барахло, которое я наворовал? Бросить нельзя, к сожалению, нет. М. Можешь использовать блиндаж, исследовать блиндаж или лечь спать. У тебя есть свободное время до 6 утра. Ну, пойдемте ляжем спать.
Когда все солдаты, блин, даже спят, и дневные миссии неактивны, время во время сна ускорится до 6 утра. Хорошо. Каждый день в 6 утра записывается прогресс игры. Так, день первый. Как бы нам не обосраться сразу же в первый день. Пойдем получим задание. Алло. Американским солдатам мне нужны задания. Это что, мне каждый день, что ли, вот эту хуйню расшифровывать, что ли? J5, 4 маленьких точки. Что такое 4 маленьких точки? Я не... А, это Х. Две жирных точки и одна маленькая точка. Это что такое? Это где вообще такое? Я не понимаю, где это у нас такое. Две жирных, одна такая. Это G. Правильный пароль. Противник в любой момент может узнать, что потерял блиндаж. Твои главные стратегические цели. Защищать блиндаж от огня противника. У блиндажа есть предел прочности. Защищать радио. Это наш единственный канал связи. Выжить. Пошли нахуй наушники. Ну пойдем нарубим дров. Там плов будет готов. А как мне вот продукты сложить, которые у меня есть в инвентаре? Опа. Нормально. Но можно было придумать что-нибудь получше. Давайте всю еду сложим сюда. Чтобы она точно была здесь. Чтобы мы ее не потеряли. Чтобы мы точно накушали. Чтобы мы напились. Все, я готов. Пойдем рубить. Но для того, чтобы рубить дрова, запомни, нам нужен топор. Обязательно нам нужен топор. Нас же не убьют, пока мы здесь ходим, да? Так, топор здесь есть. Так, а как топор? Вот так? Ить! Хуяк! Херак! Ну давай, ты же американский солдат. Я видел, вы там бревна голыми руками ломаете. А, нет, это американский... Это Капитан Америка был. Не вы. Патроны. Так, штабель бревен. Нужно типа еще одну расколоть, да? Там что-то воюют, а мы здесь просто рубим дрова, нам хорошо. Сейчас себе заварим кофейку, чайку, шоколадочкой. Красотень. У нас собственный бункер, бляха-муха. Мы в нем жить будем. Перемешай блюдо. Подгоревшая еда — это провал миссии. Приготовь что-нибудь, используя кастрюлю. Подождите. О, яси. Надо перезарядиться. Так, надо сразу зарядить, чтобы она была готова. Чтобы зенитка была готова. Вот. О, красота. Патроны тратить не будем. Они нам еще нужны. Но вообще не такой неплохая у нас территория, хочу сказать. Война закончится, мы здесь жить будем. Что надо сделать? Приготовь что-нибудь, используй кастрюлю. Где тут кастрюля? Это генераторная. Это сральная. Где кастрюля-то у нас? О, это кастрюля. А что приготовить? У нас есть вот это. Люх. Шалон? Шалон, я сказал.
Ложить дрова в... Да господи, как все сложно-то, а? Это надо вот так вот каждый раз. Вот так вот, да? Надо тогда где-нибудь... Вот так вот побросать их. Чтобы они точно были на самом виду. Чтобы мы их... Ой, как... Как ровненько-то упали по таймингам. Так, разожги огонь. Готовится? А, подожди, подожди, подожди. Я должен добавить воды или банку жидким блюдом. Банка жидким блюдом. Это что такое? Это картофель, мясные консервы. Давайте возьмем мясные консервы. Тоже сюда. Кофе. Поваренная книга. Есть что-нибудь попроще? Блюдо из лосося, куриный бульон, луковый суп, фасолевый суп, гороховый суп, дичь. Не, ну дичь мы делать не будем. Я должен помешивать блюдо, когда прогресс приготовления дойдет до голубой полоски. Но картошка и мясо это классика, это нормально. Мы сейчас похаваем, отдохнем, потом пулемет починим, защитим бункер, опять спать и так каждый день как на работу. Нам надо нажать Е, когда она будет на синенькой, верно? Замечательно. Все, еда готова. Нет, да, я неплохой кулинар. Я вполне справился. Мое правило. Приготовленная пища лучше утоляет голод, чем сырая. Ешь. Сырая пища хуже уменьшает чувство голода, чем приготовленная. Блюда из кулинарной книги самые сытные. Когда шкала голода равна нулю, здоровье начинает медленно уменьшаться. Ты что, там всю тарелку а, не, не всю, слава богу. Это тебе на месяц, ты понял? Кастрюлю тебе, ну, на неделю, как минимум. Можешь налить воду в чайник из ведра или кувшина. А? Чего? А, можешь налить воду в чайник из ведра или кувшина. От ведро. Надеюсь, не сральное. Так. Хорошо. В сосуде уже есть вода. Я хочу сказать, наготовили целую кастрюлю, а там всего на две порции. Ты прикинь, как жрет американский солдат. Как не в себя он жрет. Ну давай, давай, чайник, там свисти уже давай в свою дудку. Что там? А нет, там войнушка какая-то. Нормально, у нас чайник. Так, стой здесь. Так, 2 литра взять. И чё? Завари чай. Это, конечно, замечательно. Но у меня есть только кофе. Чая у меня нет. Вот, ти. Взять. Так. Вот же чай. Может, надо в кружку заварить чай? Так, ага. Теперь чайник. Как делается чай? Завариваю вот так вот. Хорошо. Чай утолит жажду, даст немного энергии. Кофе, чай и шоколад в небольшой степени регенерируют энергию. Во время сна восстановление твоей энергии зависит от того, как долго ты спишь. Когда шкала энергии равна нулю, через 2 дня без сна уменьшается здоровье. Ну все. Используй радиосан, чтобы отправить сообщение. У тебя есть время до 6 утра. Так, времени-то сколько сейчас? 12 только. Вы чё? Чё делать-то ещё? Чай я попил. Я поел. Несу коробку тогда уж, что ли? С едой. Ну, раз у нас вся кухня здесь, то... Пусть всё лежит тут. Вот так вот. Опа. Да, блядь, все рассыпалось, ну пиздец.
Да подожди ты, дай мясо положить. Хер бы с ним. Рассыпалось и рассыпалось. Дальше не знаю, что делать. Давайте сложим. Надо все-таки сложить, а то тараканы набегут. Всю колбасу мою сожрут. И пойдем, выйдем наружу. Посмотрим, что там происходит. Вот так вот по углам прям поставим сейчас. Ну, почти. Нормально. Так, мясо дай, сказал. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Да блядская ты банка! Падай. Замечательно. Вот, все. Пойдемте. Блядь, яблоко забыл, ладно. Съедим яблоко. От я, как говорил один умный врач, если ты будешь съедать одно яблоко в день, то никогда не будешь болеть. Давайте посмотрим, можем ли мы починить пулемет. Тут нужен магазин. У меня нет магазина. Где я вам найду магазин? Надо совершить рейд на соседний бункер. Так, ну тут никого нет. Тут тишь да гладь. Все, пойдемте отправим сообщение и, наверное, спать. Что-то пока что я ожидал от игрушки чего-то большего. Может быть, дальше, конечно, будут появляться, на нас будут совершаться рейды. Алло, да-да-да-да-да. М. Хорошо. П. Маленькая, большая, маленькая. Подтвердить. 8. Раз, два, три. Раз, раз. Готово. Ай. Так, так. Все. Выберите награду за выполнение дневных миссий. Выбери награду, ты получишь ее с одной из ее доставок. Алкоголь-то есть? Спиртоган там какой-нибудь нет? Базука. Ну, еда у меня вроде бы есть. Совок для золы, топор, базубум, рокет-базубум. Вот, вот эти патроны мне нужны. Я могу только одну выбрать, да? Каждые несколько дней ты будешь получать грузы в рамках выполняемой миссии. Тебе будут сбрасывать грузы самолета на парашюте. Попеременно деревянные и металлические ящики. Ты их... Или доставлять их на машине в указанное место. Оба ящика. Ты будешь получать еду и лекарства в деревянных ящиках. А в металлических ящиках оружие, боеприпасы и инструменты. Хорошо. Ну все. Выбрось нахуй наушники. Не нужны они нам. Спать. Все предметы, оставленные слишком далеко от бункера, могут украсть мародеры. Так, стопы. Стопы, в смысле? Какие вещи оставлены вне бункера? Я ничего не оставлял. Не было такого. Какая там снайперская винтовка? Не понимаю, какие мародеры, блях-мух. Завтра надо будет вот это вот расчистить, но не сегодня. А, это этот. Это... Ну, мешки для защиты, короче. Хер знает, нафига они нужны. А где тут винтовка-то? По-моему, было сказано, что тут где-то лежит винтовка. Возьмем автомат. На всякий случай. Мало ли. А что такое? Какие-то деревяшки. Но нет тут ничего. Что меня наябывает? А здесь что? По-моему, игра меня решила наебать. Нет тут ничего. Никакого ни автомата, ни пулемета. Там просто на картинке была изображена снайперская винтовка. И изображен Томпсон. Ой, у нас пушка есть еще, что ли? Хера себе, конечно. Мне вот интересно, а нахрена нам... наши американские товарищи
предоставляет нам провизию. Почему бы не прислать сюда людей и не занять этот бункер самостоятельно? То есть прям толпой забежать и здесь усеться. Это же прям сочный бункер. Я поделился бы маленькой территорией, там пару комнат бы выделил. Ну серьезно. Непонятно. Ну, а что у нас по времени? По времени 4 часа. Предлагаю немножко нам расчистить обвал. Так, прям по чуть-чуть. Может быть, там что-то есть? Блин, сюда бы экскаватор, конечно. Блять, сколько там камней-то, а? Это надо вот эти камни переносить туда. Ебать, как сложно. Дайте экскаватор. Мы даже четверть не сделали. Четверть не сделали. Опа, я там что-то вижу. Там какой-то ящик. Не, ну это нереально, конечно. Конечно, нереально за серию вот это вот все сделать, поэтому ладно. Не знаю, будем ли продолжать, напишите в комментариях, стоит ли играть дальше. Интересно или нет, но пока что я не уверен. Давайте ляжем, поспим, может быть. Что-то будет на следующий день интересное. Ну вот, типа Томпсон, это МП-40... Это все на территории бункера. Ну ладно. День 2. Наушники мне, быстро. Так, первое это F. Второе это 2. 5 жирных точек. Это 0. 2 точки, 1 такая. 2 точки, 2 точки, лапочки, дочки, это опять F. Правильный пароль. Мы понесли тяжелые потери. Наши десантные отряды по-прежнему рассредоточены по полуострову. Но мы взяли большинство целей. Вы должны обезопасить территорию вокруг блиндажа. Сегодня ты получишь от нас посылку во время правильного выполнения миссии. Нажмите F9, чтобы увидеть состояние твоего оружия на оборонительных позициях. F9. Но у нас только зенитка работает нормально. У нас работает нормально только зенитка. Используй ремкомплект, чтобы отремонтировать все неисправное. Да блять. Я сюда пришел немцев пострелять или бункер строить. Но ремкомплект у меня есть, вроде бы. Так, оружие неисправно. У меня все равно нет патрон к этой хуйне. Что мне делать-то? У меня патрон нет. Но патрон нет. Че делать-то без патрон? Хуя она нужна без патрон? Починили, а дальше-то что? Просто что дальше? Без патрон эта херня стрелять не будет. Я вам как солдат говорю. Прошедший двухдневный курс молодого бойца. А тут можно починить? Чтобы не заходить в бункер, нет? О, можно. Но... Нам в ящике привезут один патрон. Может быть, конечно, они нам еще докинут для таких пулеметов патроны. А лучше привезли бы свои пулеметы. А лучше бы, блядь, все-таки позвали бы нормальное подкрепление, чтобы я тут один не ебался. Потом же у меня государство один хрен бункер этот отнимет. Чинить не надо, что ли? Опа! Готово. По-моему, надо было сначала почистить, а только потом засовывать этот. Опа.
Прицела нет, что ли? Надо будет пристреляться. Так это невозможно. Обязательно надо будет к пушке пристреляться. Без прицела достаточно сложно. Там поедет какой-нибудь тигр, а мы в него не попадем ни разу. И он просто по нам проедется. Где я ремкомплект забыл? Вот он. Magic 42. Этот пулемет называется Magic 42. Как сократили МГ-42. Я не эксперт, но, по-моему, этот пулемет называется МГ-42. Так, ну все. Писить надо? Писить не надо. А как зарядить? Объясни мне, как надо зарядить, если у меня нет пуль. Может быть, они где-то лежат? Я просто вот к этому пулемет. Опа. 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 Нормально. Я-то думал, что у меня к этому пулемету нет этих. Нет пуля. Оказывается, они внизу валялись. Еблантия. А я еще заказал себе немножко. А как, где еще один? А, новая комната открылась. А вот они, твою ж ты ж мать. Так, а третий пулемет где? А где третий пулемет? Не понимаю. Сложно тренироваться, держа что-то в руке. А ты это типа... тренировочка? Где третий пулемет-то, ёб твою мать? Он там. Все. Вспомнил. Не, ну все. Ну, я говорю, сюда бы еще бы 2-3 людей. И было бы нормально. Враг атакует. А откуда? Откуда атакуют-то? Используй МГ-1. Вон они, вон они! Эй ты, блядь! Стоять нахуй! Отпустим их поближе, подпустим! Надо их поближе подпустить. Сука. За деревом спрятался. Крыса фашистская. Вы где там? Вот индики, а? Крадется мышь, блядь. Лежать там. Нормально. Мы вышли, бомбардировщик, через час. Следи за небом. Хорошо. Заберите груз, брошенный на парашюте. Ага, вижу. Вижу. Не, но если немцы будут нападать потом в больших количествах, например, от 10, от 30 штук, будет забавнее, конечно. А сейчас их мало. Ну, 4 немца, которые там что-то... прокрались. Надо бы, кстати, перекусить маленечко. А что у нас есть? У нас есть какой-то смолец. Давайте посмолим. Эть. Американский солдат перелезть не может. Не может перелезть. Опа. Опа. Мышь крадется. Кстати, разбитый самолет, да? Да, пойдемте осмотримся. Я не думал, что сюда можно. Мне кажется, сюда было... и нельзя. Это разбитый же, да?
Так, а где этот? Вот он. Так, граната. Патрон. Автомат. Нормально. Пойдем посмотрим. Там, по-моему, тигр разбитый. Откуда? Ты фашист, ты морден. Чего вам это не надо? Там еще что ли кто-то? А я думал, я его убил. А, вас трое было. Пусто. Граната или что такое? По-моему, граната, патрончики. Тыблочка. Тебя можно взять, нет? Где доставка? Это она? Где парашют? Но когда что-то приземляется на парашюте, то должно быть еще что. Только у тебя есть доступ к закрытым ящикам. Должен оставаться след от парашюта. Патроны. Инструменты. Базука. Хуяси. Конечно, я сказал себе. Это мы перегружены, да? Блять, мы перегружены. Надо что-то выбросить. Давайте вот этот лугр выбросим. Ну вот. Маленько пойдет. Ну все, пора домой возвращаться, пора заканчивать. Все молодцы. Там, конечно, тигр что-то опасный какой-то стоит. Надеюсь, на нас тигры наезжать не будут. Ну, от игрушки я ожидал немного иного. Но вроде бы выглядит прикольно. Так посидеть немножко, потупить. Там дровами запастись, чефирчик себе заварить, еду приготовить. От немцев отбиться. Но не знаю. Выглядит, конечно, прикольно, но не то. Но ты обязательно пиши в комментариях, хочешь ли ты еще одну серию по этой игрушке. И мы решим, будем записывать или нет. Какие-то взрывы. Надеюсь, не на мой бункер нападают. А то я сейчас приду, а там уже все занято. Я же дверь не запер. Блять, надо было дверь, наверное, запереть. Ведь так какой-нибудь хитрая какая-то скотина просто будет за мной следить. Она поймет, что я здесь один. Я пойду за этим, за провизией. А он зайдет в бункер, закроется, займет пулемет и не пустит меня нихуя. Я им такой... Я постучусь, типа, тук-тук, кто в бункере живет? Он, нихуя никто не живет. Ра-та-та-та-та, блядь, ты умер. Надо закрывать за собой дверь, но дверь закрывать нельзя. Так, все, спать. Надо потом будет с инвентарем разобраться маленечко. Б. Это так, так, так. Дальше. Ай. Так, так. О. Это же О, да? Когда нолик внутри, это значит О. Три. Неправильный пароль. Значит, когда точка внутри, это этот. Это ноль, а не О. Это что? Это У? Это сиська? Что это? Наверное, это У. В. Нашел. Ю. Что-то мне кажется, что сейчас опять неправильно будет. Ага. Выберите награду. Базука мне больше не нужна. Везите мне алкоголь, что ли, в следующий раз, чтобы я здесь нажрался. Все, спать. Принять. Ладно. Будем заканчивать. Обязательно, как я говорил, напиши в комментариях, стоит ли записывать еще одну серию, интересно или же нет. Ну, а сейчас, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать. Рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч.